Новая 15-я школа Солигорска с первого дня работы выйдет на проектную мощность. На сегодня принято более 900 заявлений от желающих там обучаться, сообщили в Управлении образования. В соответствии с заполняемостью школы идет и формирование педагогического коллектива. Новая школа в 21-м микрорайоне Солигорска откроет свои двери для учащихся 1 сентября. Реализация важного инвестиционного проекта находится под пристальным вниманием. Солигорская школа номер 15 для нас очень важный объект. Он 1 сентября должен быть открыт. Сюда придут учащиеся данного микрорайона. И хочу сказать, это новый вообще проект у нас в Минской области. Нам очень важно, да, насколько этот проект будет воспринят населением данного микрорайона. Хотелось бы, чтобы он оказался очень удачным и перспектива бы была за такого рода объектами. Потому что в Минской области есть еще где строить учреждения общего среднего образования. Сейчас работы по строительству новой школы ведутся хорошими темпами. Идет отделка помещений, благоустраивается территория, монтируется спортивное оборудование. В установленные сроки строители укладываются. Все работы ведутся в соответствии с графиком, отметили в Управлении по образованию. Очень многие работы уже завершены, заканчивается конечная уже отделка. Идет сейчас монтаж оборудования, расстановка мебели, то есть чистовая уборка. Ну и вот это вот самый незавершенный объект, это вот та площадь, на которой мы стоим. Ну, я думаю, что такими темпами неделя, и она будет завершена. 15-я школа, рассчитанная на 930 учащихся, обещает стать самым современным учреждением образования в Солигорске. Она соберет в себе все самое лучшее, что есть в других учреждениях образования, говорят специалисты. Возведут объект менее чем за полтора года. Сократить сроки строительства позволил пилотный проект. Впервые школу построили из крупнопанельных железобетонных изделий. Это значительно уменьшило трудозатраты. На строительство новой школы из бюджета области выделено порядка 44 миллионов рублей.